Я знаю, что у вас всех охуенное настроение, в отличие от меня. Ну и чё? Не грусти, заебал! Не грусти, заебал! Не в отличие от тебя, не нужно ходить в школу, соревноваться с подружками, блядь. А я от тебя не хочу детей, иди нахуй. Короче, чуваки, не знаю, этот разговор не совсем в тему, но у меня просто немножко накопилось, и я как бы езжу по городам, понимаю, что могу быть услышанным. Услышанным людьми, такими же, как и я. Собственно, по возрасту, по видению в какой-то степени. И, короче, знаете что, я понял. У нас такая страна, где живут ради того, чтобы другу гадить. Ну, типа, люди не могут без того, чтобы делать другу хуёво. Вот у них накапливается собственная злость на что-то. И эти люди эту злость вымещают на своих ближних. А в принципе, ближние мы не должны получать эту хуйню. Ну, это дерьмо какое-то. Вы понимаете, что если каждый будет настроен на то, чтобы делать друг другу хорошо, и при этом от этого получать собственные хорошие эмоции, нам всем будет очень пиздато. Мы все будем наслаждаться тем, что у нас есть, тем, что мы имеем, что будет завтра, что сегодня, что вчера. И я хочу, чтобы все наслаждались, чтобы у нас все были счастливы, потому что я приезжаю в города и вижу люди с такими хмурыми ебальниками ходят, я реально в ахуе. Так нельзя жить. Ребят, так нихуя нельзя жить. Это просто пиздец. Давайте меняться, давайте разъемы, давайте делать все лучше. У нас есть все на это. Мы же, блядь, молодая Россия, ну серьезно. Давайте сделаем себя и всех вокруг круче, чем мы есть.